В Орле стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Такие же старты и торжественные церемонии по случаю нового чемпионата прошли во многих других регионах. У нас же фанфары звучали во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Здесь собрались лишь некоторые участники. Ведь всего в соревнованиях себя покажут и на других посмотрят представители 58 орловских учебных заведений. Это 200 студентов, получающих среднее профессиональное образование, и 62 школьника, достигшие возраста 14 лет. И все они могут стать ценными кадрами для российской экономики. Отбор таких и является целью всероссийского движения по профессиональному мастерству. Им отдельный видеопривет от министра просвещения Кравцова. Сегодня вместе с вами мы запускаем новое всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. С каждым годом популярность, востребованность рабочих профессий в нашей стране растет. Чемпионаты проводятся по тем, как стали говорить недавно, компетенциям, что востребованы на рынке труда. Всего таких 45. Да и экспертами и судьями станут не только педагоги, но и практикующие мастера самых разных производств. Площадки для чемпионата подготовили техникумы и колледжи, ОГУ имени Тургенева, филиал Петербургского госуниверситета путей сообщения и Кванториум. Участники будут соревноваться, еще будут мастер-классы и экскурсии. А региональным оператором движения стал Орловский реставрационно-строительный техникум. Все закончится только 7 апреля, так что главные новости еще вернутся к этой теме.